с вашего разрешения подготовил, и если вы не возражаете, я ее сейчас озвучу. Президенту России Владимиру Владимировичу Путину, депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, всем гражданам России, крымчанам и севастопольцам. Мы, участники митинга, поддерживаем исторический выбор граждан Крыма и севастопольцев. Ура! Их решимость свободным, законным и демократическим путем отстоять свое право самим выбирать будущее Крыма и Севастополя. Их стремление восстановить справедливость и воссоединиться с Россией. Ура! Мы, участники митинга, от лица всего российского народа, обращаемся к президенту России Владимиру Владимировичу Путину с требованием поддержать решение парламента Крыма о воссоединении с Россией. Ура! Мы призываем срочно провести заседание Государственной Думы и Совета Федерации, чтобы назначить процедуру принятия Республики Крым в состав Российской Федерации. Закрепить законом выбор людей о присоединении к России. Этого ждут граждане и России, и Крыма. Будущее Крыма и Севастополя в единстве с Россией. Мы вместе навсегда. Yeah.